Или почему поезд остановился, подождите. А, может я... Так, вот он, вот он, вот он. Вот здесь надо его заряжать. Так, что мы сейчас и сделаем. Нашел. Так, хорошо, хоть тут... Хоть тут забраться можно. Очень опасно. Неужели это не конец еще? Хорош. Опять! Да, что будешь делать? Тут опасный типок. Матерь Божья! Сколько ж вас здесь? Так, самого стрёмного убили. Ёпрсто. С динамитом самый стрёмный. Так, сейчас мы его быстренько... Высосим с него немножечко. Соснем, так сказать. Фух. А, вот он. С другой стороны, все, понял. Так, залазим теперь. Теперь можно ехать. Теперь можно ехать. Ты почти на месте. Я сообщу, что ты подгонишь поезд. Тебя будут ждать на станции. Не подведи. Поехали. А-а-а, вы гады просто. Сейчас надо свалить отсюда, ё-моё. Так, возвращаемся. Хороший. Ах ты ж. Хорош, хорош, хорош. Это вот белый капюшоник, который вообще жесткий тип. Так, за него 25 опыта дают. Так, те наверху, естественно. Хорош. Так, я не всех убил, да? Так, откуда... А, вон он, вижу. Так. Хорош. Ну давай, давай, вали его. Супер. Так, надо подзарядиться. От этого не получается.
А вот теперь получится. Так, давай залазь. Блин. А, я думал, это препятствие. А это никакое не препятствие. Просто надо подзарядить, по всей видимости, снова. Так. Так, снова лезем. И поехали. Ты почти у станции. Да, я почти у станции. Только тут жестче и жестче. О, отлично. Толпа удивилась, увидев, как террорист является и освобождает тех, кто им дорог. Лицемеры. Вчера они хотели растерзать меня, а теперь я им вроде как брат родной. Но, говоря по правде, было приятно, что меня считают героем. Было здорово. Ну, я всем приятно. Я высматривал в толпе Джона, пока люди выходили со станции, но его нигде не было. Пятьсот. Героический пояс у меня. Так, ну что? К следующему заданию двигаемся. Да, попробуй, я попади на такой скорости. Круто, с ветерком. Шикарно, шикарно. Так, новое задание у нас. Я часто слышал бред о том, что террорист освободил людей, захваченных жнецами. Да, люди действительно спасены, однако меня бесит, что террористу приписывают этот подвиг. Вот вам правда. Людей, запертых в поезде, спасла группа граждан, которые решили, что не намерены больше терпеть этот беспредел, и что пришло время нанести ответ удар. Они и есть герои, они все захватили полгорода. Запомните это. Быстро прячемся в задании, и нас уже никто не преследует. Просто замечательно. Похоже, с фонтаном опять беда. Можешь что-нибудь сделать? Я взорвал целую цистерну этой хрени под парком. Думал, это поможет. Ну, откуда-то это берется? Люди не заболевают просто так, Коул. Я выясню, в чем дело. Да уж, давай выясним. Эй, Моя, тут опять черная смола. Повсюду больные люди. Единственный источник воды в этом районе – это водонапорные баки на крышах. Ладно, пойду посмотрю, что можно сделать. Хорошо. Давай глянем, пойдем. Так, вот здесь показывает, что крыша. Так мы сейчас и сделаем, мы сейчас... Вот. Что нужно сделать? Так, я хочу на лестнице подняться. Коул, ты должен выяснить, что происходит. Полезай на крышу.
Так, тут ничего, да, вроде. Хотя по радару показывает, что вот здесь. Еще раз нажимаем. Может быть, на той крыше? Нет. Ладно, полезем. Выше, выше, выше. Так. Тайник, кстати. Точно не знаю, как долго я сидел привязанный к стулу. Не меньше пары часов. Наконец, с моей головы сняли мешок, и я увидел эту скотину. Мужчина, рост 7 футов, вес 400 фунтов. Он сказал, что будет бить меня. А если я решу попросить его остановиться, я должен сделать это без слов, силой мысли. Потом он ударил меня по лицу. Так. Внимание. Тут повсюду полно жнецов. А еще тут какая-то железная бочка прямо на водонапорном баке. Да, вижу, вижу. Из нее капает смола. Вот как они отравляют воду. Уничтожь ее. Как скажешь, Кэп. Так, сейчас девочку воскресим. Так, как ее уничтожить? Ах вы гады! Блин, она колбасит. Так, как ее отсоединить? Так, наверное, подзарядить вот это. Все. Похоже, я все испортил. Думал перезарядить насос. Только что в систему водоснабжения попало много смолы. А это очень плохо. В следующий раз просто взорви эту бочку. Хоть ты и искупаешься в этом дерьме, но спасешь многих. А вот эту смолу, что ли, охраняют? Yes. Так, он был единственный, да? Это что, меня прям сыкотно.